солнышко такое же! Я теперь зебра! Ариша, я бы не стал радоваться этой одежде. Дело в том, что это форма, тюремная форма заключенных. Ух ты, круто! Мы что, в тюрьме? К сожалению, да, нас посадили в тюрьму. А кормят здесь хорошо? Здесь кормят не очень хорошо, так что никаких изысканных блюд тебя не ждет. А, ну тогда мне здесь не нравится. Пойдем домой. Если бы все было так просто. Из тюрьмы домой не отпускают. И что же нам теперь делать? Нужно дождаться лайка. Надеюсь, все поставили лайк. И сбежать. Ура! Хорошо, что я знаю, что здесь нужно делать. Сначала мы разломаем окно. Теперь мы выломаем детальки из лестницы. Отберем камешек. Проверим подушки. Возьмем вилку. Отлично. Ты нашел вилку? Здорово! Будем кушать! Нет, к сожалению, эта вилка нам для другого. Для кирпичей. Мы что, будем кушать кирпичи? Нет, мы их будем ковырять. Там нужно найти ключ. Ура! Я поковыряю! Какой красивый ключик! Так, один ключ есть, надо еще. Посмываем унитаз. И тут вышел код 837. Вводим. 8, 3, 7. Отлично. Синий ключик. Отлично. И теперь палочки воткнем в замок. Это будут отмычки. Засунули, засунули и щелк, замок открыт. Ура! Мы открыли дверь! Пойдем домой! Увы, это только первая дверь. Нас ждет еще двери. О, и там еще 3 замка. Верно. Кстати, ребята, игру 12 замков папы и дочки можно скачать в Play Market и App Store. Попробуй пройти все наши уровни. Открываем дверь, и все включилось. Камнем мы бросим охраннику по голове. Папа, за что ты его так? У меня просто нет выбора. Но он скоро очнется, надо просто забрать быстренько ключ. Отлично. Разберем звонок, чтобы он не звонил. Ага, порадует. Красный. Каждый охотник желает знать, где... Ой. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Белый фазан. Выпал ключ, он нам пригодится. Птичка несет ключик в окне. Итак, у нас есть 3 ключа от этой комнаты. Их можно открыть. Открываем. Открываем дверь. Наконец-то мы пойдем домой кушать. Увы, Аришка, нет. Там снова 3 замка. Ага, давай открывать. Здесь у нас допросная комната. За этим стеклом находятся суровые люди. Его нужно закрасить. Правда, для этого нам нужна кисточка. Тогда мы сможем взять отвертку и открутить здесь болтики. А как здесь нажать кнопочки, у нас подсказка в нашей камере. Итак, темный, светлый, темный, красный, темный. Отлично, мы добыли ключ. Где же лежит кисточка? Наверное, она у папы под шляпой. Точно! Берем ее, макаем в краску и зарисовываем окно. Замечательно, теперь можно взять отвертку, пока никто не видит, и раскрутить вот эти штуки. А здесь нужно проявить смекалку и нарисовать такой путь, чтобы вот этот шарик собрал части и превратился в ключ, упав сюда. Ну что ж, пробуем. Значит, шарик скатывается сюда. Потом скатывается сюда. Отсюда он катится вот в пружинку. Здесь он взлетает. Катится вот здесь. Собирает вот эту часть. Скатывается вот сюда. Собирает вот эту часть. И скатывается вот сюда. Попробуем. Раз. Два. Давай, давай, давай. 3. Отлично. И 4. Замечательно. Мы сделали свой ключ. Папа, круто! Да. Снимаем красный замок, розовый замок и вот тут какой-то код. Ага, здесь нужно переставить циферки так, как они есть. Ага, 3 сюда скинем. Дальше 1 скинем сюда. 3 вернем сюда. Дальше здесь 6 уберем сюда, 9 уберем пока сюда, 1 туда отправим. 6 уберем сюда, 7 отправим сюда.
Отлично, здесь уже собрали. Здесь ставим 6, 9. Отлично. 5 сюда, 4 сюда. 5 вернем обратно. Двоечку поставим сюда. Уже собрано. Этот ряд, этот и этот. Осталось совсем немного. Собираем 60. 8. Это пока уберем сюда. Это сюда. 3. Ой, нет. 4. 3. Все, теперь нам нужно собрать цифры, которые находятся вот здесь. Мы можем посмотреть подсказку, которая находится у нас в комнате. Значит, верхний 21 и 75. Верхний 21, 21. 75 уже собрано. А, отлично! А замок-то не открылся. Не открылся, потому что мы двойку сюда не поместили. А теперь открылся. Отлично! Ну, наконец-то мы сбежим и покушаем. К сожалению, Аиша, мы еще не сбежали. Да когда же мы уйдем из этой тюрьмы? Не переживай, осталось совсем немного. Нам нужно обязательно переодеться. Сейчас разложим вещи. Это лучше сделаешь ты. Вот это платье мое. Вот эти штаны твои. И футболка тоже. Бантик мой. Туфельки тоже мои. Маленькие ботиночки Риттины. Твои большие. У тебя еще есть мешок. А у Риты вот эта кофточка и штаны. Отлично. Достали комплекты одежды. Нам нужно теперь переодеться. Ритина одежда. Ключик. Папина одежда. Ложка. Твоя одежда. Ой, какая я красавица. Это точно. И теперь берем ложку. И начинаем есть? Нет, начинаем копать. Копаем ямку, чтобы найти еще ключик. Вот мы нашли зеленый ключик и открываем 3 замка. 1, 2, 3. И всего мы открыли 12 замков. Ура, дверь открыта! Бежим скорее, пока нас не заметили. Наконец-то я пойдем. Что? Разве я не забирал эту дверь? Конец. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно пройдите нашу игру 12 замков. Всем пока. Пока. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от папы и дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка папа и дочки яркие. Папа и дочки джойстики. Футболка папа и дочки яркие. Толстовка папа и дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папа и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения.